Почему не познакомишься с местными? Менталитет. Ну и вообще, как-то этот вопрос закрыл. Но у меня были, типа, ну это нельзя назвать прям отношениями. Ну, с одной девушкой было немного встреч, но потом она сказала, что у тебя в квартире не убрано, и ванная не очень чистая, типа, что... Потом я накупил всяких чистящих средств, моющих средств, стал все это убирать. Ванну отдраил хорошо, даже ей фото прислал. И в итоге, что-то там, слово за слово, в итоге она не... Ну, в общем, в итоге она не, как сказать-то, не переехала ко мне.